Ребяшки, приветствуем вас в Новосибирске. Да, 31 градус на солнце, прямо Новосибирск. 21 ноября 2019 года Илон Маск представил Tesla Cybertruck. Интересная машина. Дизайн в стиле киберпанк. 2,9 секунды до сотни. Естественно, электрический автомобиль до 800 километров на одном заряде. Ориентир цены за полный привод $50 000. Уже поступило 150 тысяч предзаказов, люди внесли деньги, но когда машина будет доступна в магазинах, когда она придет покупателям, честно говоря, непонятно. Многие решили не ждать. Проекты, копии Кибертрака создаются по всему миру. Есть даже автодом, автодом Кибертрак. Обзор вышел недавно на канале. Тем не менее, что там за мужик появился сзади? Тем не менее, мы в Новосибирске. В Новосибирске. Что мы здесь делаем? В этом городе, прекрасном сибирском городе, плюс 31, построена... Сейчас, еще раз. Построена одна из самых точных копий в мире автомобиля Tesla Cybertruck. И что самое главное, эта машина на ходу. Она ездит. Гараж 54, Новосибирск. Обзор. Поехали. Итак, этот проект начался зимой 2019 года, практически сразу после того, как Илон Маск представил оригинальный автомобиль. Как вы знаете, оригинальный Кибертрак, естественно, электрический. Максимальный пробег составляет 800 км на одном заряде. Здесь основные элементы — это ходовая, это двигатель от УАЗика, причем не самого нового, да. 2,5 литра объем двигателя здесь, обычный, так сказать, ДВС-ный двигатель. Первый этап переделки машины занял около недели. УАЗовскую раму распилили, удлинили, длина УАЗика меньше, чем у оригинального Кибертрака, а также удлинили кардан и поставили новые колеса. Боковины, передок — это просто листы обычного металла толщиной 2 мм. Что интересно, у ребят не было никаких чертежей, ни проектов, ни 3D-моделей, вообще ничего. Все, что у них было, это фотографии, причем черно-белые, распечатанные на принтере и которые просто висели на стене. Они ориентировались только на них. Третье — колеса. Довольно, кстати, похоже на оригинальный Кибертрак, но по факту это просто кусочки металла, вырезанные из листа металла и приваренные друг к другу. А дальше была покраска. Машину отшлифовали, загнали в камеру, покрасили, ну, примерно в такой же цвет, как и у оригинала. А еще, естественно, фары — это обычная светодиодная лента. И опять же, где-то вот в ночи издалека почти не отличишь. Вот прям как у оригинала. У этой машины есть капот, и он открывается. Открывается таким необычным способом. Сейчас. Зато открывается. Осторожно. Значит, у нас внутри видны очертания УАЗика. Вот они, крылья. Пожалуйста. То есть взяли практически кусок, переднюю часть, и встроили туда. Вернее, не встроили, а наварили вот это все вокруг. Оригинальный двигатель, 2,5 литра. Все на ходу, все, масло подается прямо из канистры. Шланг вставили. В надежности всего этого я сомневаюсь, но... Но разрешили прокатиться. Открываем. Стоп. Хорошая идея. Перед тем, как поехать, это надо сфоткать, запостить в Инстаграм. Новенький Oppo A72. Камера 48 мегапикселей. Это основная. Так-то камера здесь 4. Ну-ка. Раз. Хотя здесь нужен, конечно, ширик. Он тут тоже есть. 119 градусов. Вот. Вот, в антураже. Готово. Открываем. Работает. Автоматика. Оппа, А72 хороший. Нет. Это я смотрю на это все. Но, да тем не менее, Оппа А72 хорош не только камерой. Руль меня немножко отвлекает. Короче, здесь аккумулятор 5000 мАч. Миллиампер-час, правильно, миллиампер-час. Быстрая зарядка, процессор Snapdragon 665. И быстрая зарядка идет в комплекте. Отличный экран, вот все спики. Смотреть киношку, не знаю, навигатор. Я хотел его сюда поставить, смотреть, куда ехать. Ребяшки, специальная ссылка внизу. Один такой мы разыграем за один комментарий к этому видео. Все условия конкурса внизу. В машине нет ни кондея, ни... Да ничего тут нет. Мне очень жарко. Лучше вот как... так сделаю. Так. Так, как? Что зависит? Так. Включите нейтраль. Видимо. Вот так. Ола! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Закрываем.
ничего нет на этой машине. Люди спасли практически. Ужас. Так, я бы вас прокатил, но вы, смотрю, в положении, поэтому я вам это не рекомендую. Да, ребятки, продолжаем. Естественно, раз мы оказались здесь, в Новосибирске, тот, кто привез нам этот автомобиль, это Вова. Вова, Гараж 54 Live канал, правильно? Все верно. Правильно. Многие из вас знают канал Гараж 54 по ведущему Владу. Всем привет, ребят. Всем привет, ребят. Всем привет, ребят. У ребят вчера был день рождения, Влад сегодня взял выходной. Еще раз привет. Приветствую. Значит, самое главное, спасибо, что привезли, спасибо, что дали прокатиться. Почему вы, первый вопрос, почему вы продаете свои машины? Почему не сделаете музей? У вас столько классных проектов. Ну, не все машины продаются. Многие. Некоторые сдаются в металл. Как? Ну как так можно делать? Ну видишь, да. Во-первых, раньше вообще не было места, где хранить автомобили. То есть так. Был один маленький гараж на две машины, ага. И это было все в гаражном кооперативе. Соответственно, если ты ставил какой-то из своих проектов просто посередине гаражей, да. Ходили, матерились там все. Вот. Соответственно, всем было это неудобно, и ставить машины было негде. Которые ставили во дворах, там уже соседи начинали ругаться. Сейчас уже есть такие возможности, то есть есть уже и даже за гаражом довольно большая парковка, собственная, личная, на которой можно автомобили хранить. Но там влазит примерно машин 50, не больше. Во сколько примерно обошлось создание всего вот этого автомобиля, включая бетонный УАЗик, просто УАЗик? Началось все, естественно, с УАЗика, то есть стоял УАЗик, давайте сделаем кибертрак из него. Так. УАЗик стоил, по-моему, 1060, потом металла. Так. Вот. Кто-то там говорит на 35, кто-то говорит на 50 тысяч купили, потому что точно не знаем, просто купили и купили металл. Uh-huh. Вот. Грубо возьмем 50 цифру. И еще что здесь дорогого, это колеса. Uh-huh. То есть вот колеса с дисками, не считая вот этих колпаков, которые изготавливались, еще 50 тысяч рублей. То есть если все округлить, ну 150-160. Ну, неплохо. Это цена материалов. Угу. Вот. Ну, а здесь работа бесценна, конечно. Абсолютно точно. Вот по поводу работы. Угу. Многие видят канал, есть Влад, есть кто-то за кадром, ребята какие-то периодически. Сколько людей работает в гараже? Если, наверное, всех вообще сложить, и которые на аутсорсе люди работают, наверное, человек 20 будет. 20 человек? Да. Более-менее постоянно над проектами? Да. Вот один из, так сказать, ребят, кто руками своими непосредственно работает над этим проектом. Влад, ты сам откуда? Ну, можно сказать, отсюда. Местный. Что ты конкретно делал в этой машине? Все. Все? Серьезно? Варили. То есть мы делали проект данный вдвоем, прям вместе с Ваней. Так. И вот мы все вместе делали, то есть, ну, вот это. Скажи, внешне, да, ребят, многим кажется, что это все очень легко и просто. По факту,
это насколько тяжко? 3 недели, 3 минуты. 3 недели в 3 минуты, да. Да, это прям труд, это работа. Это прям не выпуская болгарку из рук, то есть ты пришел в 11 часов и до вечера, там, до 8 часов без остановки. Ты пилишь, варишь постоянно, то есть, ну, весь там в железе, в этих опилках, в искрах, там все это вообще. То есть это был, на самом деле, это был, наверное, самый тяжелый проект, то есть за мой опыт работы, то есть в гараже это вообще самый тяжелый проект. Ну, тебе нравится? Все классно вообще, на самом деле, то есть бывают моменты, когда прям кто-то плюнуть там. Ну, как и на многих других работах, да? Но когда ты видишь финальный проект... Да, это вот именно когда результат видишь, и когда это все вместе командой, например, там, когда приезжаешь на съемки, то есть начинается движ там какие-то, то есть, ну, то есть, тогда понимаешь, что, ну, я попал туда, куда-то. Не зря работали. Да, да, да. Слушай, ребят, спасибо большое. Отлично получилось. Спасибо, что нашли время. Спасибо, что приехали. От нас большая просьба. Я надеюсь, от наших ребятших подписчиков. Не продавайте, не сдавайте. Сохраняйте вот это все. Это же круто, это здорово. Будем стараться. Да. Ждем ваш комментарий. Гараж 54. Все ссылки внизу. 4 выпуска вышло, ребят, про Tesla Кибертрак, назовем это так, да. Made in Новосибирск. Все очень интересные. Ссылочки дадим. Обязательно подпишитесь. Ждем ваш комментарий. Увидимся.